Хворостенская земля славится не только полезными ископаемыми, но и работоспособными и талантливыми людьми. Район состоит из 11 сельских поселений. Здесь проживают 16 тысяч человек. По численности населения муниципальное образование занимает 17 место среди сельских районов губернии. Для комфортного проживания есть вся необходимая инфраструктура. Детские сады, школы, сельские дома культуры, физкультурно-оздоровительный центр. Наша цель и цель главы района – обеспечить максимальную доступность всем слоям населения. Хотелось бы отметить, что детки, которые посещают плавательную секцию и показывают определенные результаты, выступают за честь района, они последующие года будут бесплатно. Для обмена опытом на рабочее совещание в Хворостенку приехали главы городских округов. Первое в этом году заседание Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области прошло под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Успехом развития Хворостенского района является участие в различных федеральных и региональных программах. Благодаря губернаторскому проекту содействия здесь обновили музей. Теперь это настоящий центр культурной жизни, где собраны экспонаты об истории района и его выдающихся жителях. Дополнительное средство привлечь, каждый глава хочет в район, да, чтобы людям жилось лучше, красивше, значит, да. И главное, в каждом населенном пункте имеется возможность что-то построить, что-то сделать для людей. Заметно преобразились и общественные территории поселений района. Например, сквер во имя Покрова Божьей Матери, который обновился в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области на 2017-2025 годы». В ближайший год в селе появится кинотеатр. На эти цели было выделено 5 миллионов рублей. Мэри Илчан, Константин Головин. События.